Усередине красавика завершился минулый отепляльный сезон, и одразу распочалась подрыхтулка до нового. Проверка обсталявания, лечильника, ремонтные работы. Усё это проводится уже зараз, как холоды сустрыть у полном узброении. Одной из первых пашпорт готовности до отепляльного сезона отримала Гомельская областная филармония. Подготовка к отопительному сезону фактически не прекращается. У нас осуществлена гидропневматическая промывка системы, у нас осуществлены, естественно, снятые приборы учета для того, чтобы их поверить. Они все поверены. Забота о наших артистах – это является первой необходимостью для того, чтобы они могли спокойно, хорошо в уютных, теплых условиях репетировать, естественно, радовать всех зрителей своими концертами. Так само у лидерах по темпах подрыхтулки гомельки на видеопрокаты установы культуры Петрыковского и Рычицкого районов. У вогуле задача такая – подрыхтовать до сезону 827 будинков под ведомостных Головному управлению экологичной работы культуры по справах молоди облвыканкама. Усе пашпорты готовности повинны быть отрыманы до 1 жнивня. Проводится работа по замене теплотрасс, запорной арматуры, подготовки тепловых узлов. На данные цели привлекаются как бюджетные средства, так и небюджетные средства и наши спонсорские средства. У планах заменить больше за 140 и обновить больше за 800 погонных метров тепловой изоляции трубопроводов. Так само до початку сезона отбудется ремонт 41 теплового узла и 16 котлов. Для этого выдаткована больше за 570 тысяч бюджетных рублей, а так само 50 тысяч с позабюджетных доходов организации. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».